Hello and welcome. Когда я слышу от кого-то, что его работа связана с людьми, я улыбаюсь. Улыбаюсь, потому что просто рассмеяться человеку в лицо было бы невежливо. Если вы хотите узнать, что на самом деле значит работать с людьми, поработайте барменом. Но сначала запомните одну простую, но важную вещь. Каждый человек, который приходит в бар, фактически приходит к тебе. Потому что если ты бармен, то ты в одном лице врач, священник и друг для каждого посетителя. Надеюсь, не надо объяснять почему. Так уж устроено, что для каждого у меня кое-что есть. Улыбка, шутка, новость, ну и, конечно же, выпивка. Скажите, что к вам тоже заходит сотня друзей за ночь, и я неделю буду бесплатно поить вас Бакарди. Основатель Фейсбука не в счет. Если Forbes не врет, этот чувак вполне может пить за свои. Сотни гостей – это сотни совершенно разных людей. Со своим настроением, со своими привычками и вкусами. Это сотни разных историй. И иногда я тоже в них участвую. А как вы хотели? Ведь это мои друзья. Мохито, пожалуйста. Заказывайте. Лучше вы. Молодой человек, давайте быстрее. Нет-нет, после вас. Я вам уступаю. Ничего, я подожду. Куба Либре, пожалуйста. Стоп. Мохито.